Сегодня в России День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Он установлен в 2012 году. Традиционно 1 августа во многих российских и зарубежных городах, где сохранились воинские захоронения, проводятся памятные акции по погибшим воинам. Первый в стране памятник всадникам легендарной дикой дивизии открыли в нашем регионе в 2012 году. Всего в России и за рубежом установлено 20 памятников и мемориалов в честь участников Первой мировой. Минобороны России при поддержке Федерального архивного агентства и Российского исторического общества создан портал памяти героев Великой войны 1914-18 годов. Первый официальный банк документов об участниках и событиях той войны.